Для депутатов Московской областной думы проводить выездные семинары-совещания уже стало традицией. Встречаться с главами муниципалитетов и местными советами депутатов представители профильных комитетов начали еще в 2007 году. Это эффективный метод взаимодействия и дальнейшей продуктивной работы. Последнее совещание состоялось в Видном, где была охвачена сразу вся актуальная повестка дня, касающаяся жизнедеятельности Ленинского района и Домодедовского округа. Ведь семинар объединил оба муниципальных образования. Когда мы работаем над законопроектами, чтобы четко понимали, что происходит на земле, что происходит в муниципальном сообществе, потому что местное самоуправление – это та основа жизни, можно сказать, наших жителей, на которые они базируются, жизнедеятельности. Ну и мы, депутаты областной думы, принимая законы, должны четко понимать, как реагирует местное сообщество, муниципальное сообщество на те или иные предложения, на те или иные проекты законов, с которыми выходят депутаты областной думы, правительство. Представители профильных комитетов Мособлдумы выступили с докладами, в которых затрагивались такие темы, как преобразование районов в городские округа, внесение изменений в бюджет региона, вопросы предоставления многодетным земельных участков и увеличение единовременной выплаты пособия при рождении ребенка. Оно, кстати, выросло в два раза. Заместитель председателя контрольной счетной палаты рассказал о деятельности органа в минувшем году. Все эти пункты, прежде всего, несут за собой изменения в действующее законодательство, а воплощаться в жизнь будут в муниципальных образованиях. Поэтому темы выносятся на обсуждение, чтобы понимать, как местное сообщество реагирует на те или иные предложения. Только при таком тесном сообществе и соработничестве депутатов муниципального уровня и регионального можно вытащить те проблемные вопросы, которые, к сожалению, у нас уже являются некой системой. А ведь у них еще есть и правило выходить с законодательной инициативы в Государственной Думе и Совет Федерации. У таких выездных совещаний задача не только рассказать о деятельности Мособлдумы, но и узнать о проблемах, которые существуют в муниципалитете. Так, глава Ленинского района Олег Хромов рассказал чиновникам о насущных задачах, которые можно было бы решить, внеся изменения в действующее законодательство. Я и предложил внести достаточно жестко в градостроительный кодекс изменения об обязании застройщиков, инвесторов о том, что социальный объект является приоритетным. Да, безусловно. Это все непопулярно, все это работает против очень крупного, мощного строительного лобби, но для этого мы и отстаиваем интересы жителей, для того, чтобы эти процессы были синхронизированы, и они учитывали все-таки мнение жителей и органов местного самоуправления. Возможно, эти предложения и другие, с которыми выступил глава Ленинского района, найдут свое отражение на уровне Московской областной думы, а потом и федерального законодательства. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.